Задавать любые вопросы, то есть нет никакого такого плана. By the way, we recently talked about music is some set of music can be set of sound in time. So these tunes actually don't have some distant melody which can be played without chords, and actually it don't is set of some cool sounds. Yes. And it's still music. Действительно, там фактически, если рассмотреть техническую часть вопроса, то достаточно знать, в принципе, мажорную пентатонику во второй позиции. И все остальное это просто чаще всего в одном аккорде идет, поэтому очень легко. В принципе, очень просто. Думаю, что особенно интересно это то, что у тебя собран какой-то объем музыкальных стилей из какого-то времени. Мне кажется, это имеет такой антропологический интерес. It's a sample of different styles from separate time, of a given time. И я думаю, что тебе нужно сделать какую-то антологию довоенной музыки или что-то в этом роде. Потому что это было бы интересно как раз посмотреть в прогрессии, как это развивалось, эволюцию гармоники от одного аккорда до другого. Да, это самое раннее, мне кажется, что это самое раннее, что было, когда губная гармошка попала из Европы в Америку. Это была музыка, которую негры на плантации играли просто-напросто для себя, для увеселения. То есть не было никаких еще, мне кажется, даже блюзов квадратов. Просто была какая-то тема просто в одном аккорде. Вот, к примеру, похожий ритм Fox Chase называется Last Boy Blues The Fox Chase.
самом деле очень черная музыка, то есть она черная, да. Негритянская. Да. Да, то есть африканская по своему духу. Африканская. Африканская. Потом в дальнейшем блюз очень сильно подвергся воздействию фолковых уже европейских песен, канты и ирландских. Вот. И у них уже появилась мелодия, появилась гармония. Вот. А вот здесь в чистом виде, то есть и тембры и ритм. This one is purely rhythm plus. Да. То есть тембр и ритм, но уже европейский инструмент. Yes, that's a African influence plus a European instrument. That's all. That's synthesis. А ты во время своих раскопок не исследовал вопрос, насколько рано стали пикингом играть? Пикингом? Да, это как? Ну. Блокировка губами. А, блокировка губами? Ты знаешь, вот в те времена, вот в раннем блюзе, фактически 99, я думаю, процентов это была блокировка языка. Но были вещи это такие, понятно, которые сольные. Да. Сольные есть. Есть вот у... Если я не ошибаюсь, у Ноэ Льюиса есть композиция, где он просто играет сольную линию без аккомпанемента, без аккордового аккомпанемента на гармошке, там то ли под фортепиано, то есть, то ли, по-моему, под фортепиано. Там идет, я уверен, что чистая это липперсинг. А еще какой-то год примерно? Сейчас я не скажу тебе точно. Ну, а Льюис, он попозже. Ну, плюс-минус. Черт его знает. I think it was 1930. Ну, а Льюис помоложе. Середина 20-х, середина 30-х. Ну, все где-то 20-30-е годы, а там я вот точно не скажу. Не знаю. Белоснежное тело. Говоря о музыке тех времен, обязательно надо сказать о том, как на гармошке они придумали играть имитацию паровозов, поездов. Потому что это повлияло в дальнейшем фактически на всю манеру игры, потому как имитация паровоза, она фактически два инструмента. Один это стук колес, а второй это гудок паровоза. И ни в коем случае, когда гудит паровоз, колеса не останавливаются. Они в это время продолжают ехать. И отсюда, мне кажется, пошло уже манера игры сольного исполнения вот в раннем блюзе. Когда человек играет какую-нибудь сольную какую-то часть, там, допустим, соло, и потом сам себе подыгрывает аккордами в промежутках. Получается, ну, это нечто похожее, мне кажется. Мне кажется, даже шаффл похож, пошел вообще от поездов, потому как там... Очень похоже на дальнейшие блюзовые ритмы. Мне так показалось. Сыграю вам The For The Belly. Railroad Blues. Прежде чем ты начнешь играть, что ты сейчас делал? Что ты делал? What did you do when you fall and make the sound? Вдыхал, выдыхал. I was breathing. Show it slowly, please. Открываешь, да? He's opening his mouth. And using the diaphragm. Отрываешь, контакт прекращается с гармошкой, да? На момент. Да. На второй этап. Гармошку не убираю. He's not taking away the harmonica from his mouth. То есть дробление звука можно обеспечить. The syncopation is done by тремя способами. Например, может есть еще, я не знаю. То есть дыханием. You can breathe. Вдох-выдох. Можно артикуляцию придать горлом либо языком. Tongue, то есть язык, горлом это будет. И языком. And you can use just the tongue. Or you can use the combination.
Можно сказать, что какой-то из способов характерен для какого-то стиля? Can you name some methods that are characteristic? Все по-разному. Чаще всего язык используется, но горло, оно дает больше, мне кажется, атаку, и поэтому вот я люблю, например, комбинировать язык и горло. То есть вдох – это язык, а выдох – горло. Можно комбинировать. Можно играть только языком. We can play just the tongue. Syncopate using the tongue. Это Before the Belly фрагмент. Здесь технически на выдох идет просто захлопывание гармошки. И дальше в этом произведении есть еще фрагмент, где я заметил Fox Chase ритма. Везде Fox Chase ритм очень часто используется, so в поездах. So what's again the difference? Train, Fox, Fox Chase. Fox Chase ритм, он там идет чередование, то есть там идет чередование нот, третья, вторая. There's a combination of the 3 and 2. Конечно, это не только ритмический рисунок, еще и да, риф конкретный. То есть можно просто играть аккордами, и это не будет трейн эффект. Да, это будет просто. Или либо как Дефорт Белли. Да, это трейн. А Fox Chase ритм, он идет и с рифом, то есть вторая и третья на выдох. Вот. Скажи без гармошки, если ты языком делаешь. Can you show that without the harmonica? Без гармошки языком, может быть, нарисовать? У кого ручки нет с собой, случайный карандаш? I might use a pen if someone... Yeah, есть карандаш. Show it one more time, please. Давай, я нарисую сейчас. Есть, да? Еще раз покажи. То есть... Гармошка, одна, первая, вторая. Фактически... Мы захватываем. We take, вот здесь у нас язык. With the block, язык with блокирует the вот эту часть, а третья у нас звучит. The three sounds на выдох. During the blow. И вот. And during the draw. Третья. Это у нас. Нет, это тоже на выдох. That's это тоже на выдох. Но смещается вот сюда. One hole below. So
полутамбур. У нас уже звучит вторая. In sound number two. Это выдох. Все это выдох. That's all blow. Then release it and get the chord. Судя по записям, которые ты слушал в большом количестве, когда можно первый бенд зафиксированный? Первый бенд? Я его услышал вот здесь. Это чисто фолковая вещь, Old Hand Crackle. Она играется в первой позиции. Кудахтанье курицы фактически первый бенд. Какой год помнишь? Черт его знает. Первое, что я там услышал. То есть там не было еще никакой второй позиции, а просто в первой позиции игра. Я среди ранних слышал дофига, играли наверху, в первой позиции. И бенды в том числе и на выдох. А какой бенд раньше возник, на выдох или на вдох? So which band became... Трудно сказать, наверное, одинаково. А вот здесь как раз Ice Water Blues. Say, Ice Water Blues. Там где they... Бенд with stand blocking. Вот еще тоже такой вопрос меня всегда интересовал. Там, частично ты шел, играл фразу, я не помню, на какой гармонике, если в терминах до, то это будет до, ми, соль, ля, си, бемоль. Внизу ту ду 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 То есть здесь идет использование бендов для построения нот конкретно. А в ранних записях в основном это все-таки звуковые эффекты, подъезды какие-то. Вот когда, опять-таки, Каскарана этот слом перешел, когда бенды стали использовать не просто для украшения, но и для получения дополнительных. Ну вот у того же Дефорда Белли есть вещи, где у него действительно только вот один бенд, никакой мелодической линии там. Просто, допустим, вот этот прием. Глиссанду снизу пошла просто. Да. А вот фразочка, а дальше вот в тех же, у него там, не знаю, может, они более поздние произведения, где уже идет, где идет уже больше бендов, и на вдох, и на выдох. Мне кажется, это все. Я не могу, я просто брал концерт, альбомы Дефорда Белли, прослушивал. Вот штуки три, ранние записи, поздние. Находил там совершенно разные дайки. Откуда вообще эти записи взялись, кто записывал? Для библиотеки Конгресса все? Наверное, какие-то пластинки писали. Палмер Маккеби. Railroad Blues. Тоже играл. Он у него немножко другой. У него он начинается с эффектом шипения поезда. Thank you.
было то же самое, что ты на бумажке нарисовал? Нет, это был train эффект, но с чередованием отбивания языком и горлом. То есть на вдох идет язык, а на выдох горло. Самоучитель поезда. Вот есть какой-то на гармонике, ну там какой-то американец, по-моему, показывает, Кучерявый. Тоже с поезда начинает. Но он не очень, он не использует, по-моему, таких эффектов. Он просто. А, Мэткет. Мэткет, да. Питер Мэткетер. Да. Но шипение использует. Он гармошку дудит, по-моему, голос. Не, почему? Ну вот есть. Питер Мэткет, да? Да, Питер Мэткет. Да, у него вообще интересно, такие штуки есть. Причмокивание Хардбоксинг это вообще отдельная тема. Да, это современная. Снова, кстати, прошло 50 лет. Repeats itself when beatboxing became popular and mixed with harmonica. Юрий Лейн, который на самом деле достаточно плохо играет на гармошке, стал бы что-то безумно популярней. Юрий Лейн became popular. В смысле развития, да. Еще один train эффект у Дефорда Белли есть, где используют только дыхание и без дробления. То есть фактически быстрый вдох и выдох члена. Если он играет. Фактически сокращение диафрагмы, она не сбивает дыхание. Ты когда начинаешь кислород докачивать себя. Нет, вдох-выдох, вдох-выдох. Да, она фактически не сбивает. Первые три месяца кружится, потом привык. It is very circular. Yeah. Кружится все-таки? Ну, с самого начала, да. Когда есть глубоко дыхание. You can be out of breath. Я уже не молодой, я повезу здоровье. Что теперь можно, в принципе, пару слов сказать про Санитери, поскольку он был большим фанатом Дефорда Белли. И вот дальнейшее продолжение этой традиции я фактически уже не наблюдаю. Вот, какие годы он играл? 60-е? Примерно 60-е, я думаю, раньше, гораздо ранее, он, наверное, с 40-х примерно играл. Точно не могу сказать, но примерно так. Из современных исполнителей есть, конечно, люди, которые шикарно играют эти вещи. Это, ну, тот же Джо Филиско. Пол Ламп играет сами серии. Пол Ламп, Филиско. Мэткет, да, но это идет уже чистая имитация того, что играли. Но у Мэткета развитие. It's not original, it's more of an imitation. У Мэткета у него своеобразная техника, она отличается кардинально. У него вот движение челюстью, когда он захлопывает и открывает челюсть, фактически без дыхания он уже издает какие-то звуки. Это в общем-то развитие этой техники. Да, можно в принципе считать, да.
Я небольшой фанат Макпета, как он играет, ну, там, блюз или джаз, а он как он играет, я не знаю. Главная фишка у Sanitary — это вупинг. Это когда фальцетом какие-то ноты человек может напевать. До, то есть ноля гармошки это... Что-то вроде этого. Всегда ли ты поешь ноту? Или ты можешь играть одну ноту, а петь другую? Play one note and sing another note. Ну, в данном случае это тоника. Tonic note. То есть ты поешь в ноту. Стараюсь попадать. Почему я спрашиваю? Потому что я там как раз в Хаддерсфилде один американец, который играет на гармонике, пришел ко мне и сказал, что я постоянно использую, я играю одну ноту, а пою другую. Брэндон Пауэлл, кстати, друг, это не вупинг. А, это, наверное, диджерида, да? Он делает тесты. Там, да. Там другие ноты, там это, получается как это аккорд тема. Какой-то. Я потом тебе покажу. Тогда вопрос, делаешь ли ты это на вдох? Дупинг? На выдох. На выдох. Обычное пение, только фальцетом. Он сказал, я делаю это на вдох. Он берет ноту на вдох. На выдох. Нет, на выдох. Так, вот он так сказал. Можно, я был удивлен. Но я как бы человек, знаешь, такой начинающий, поэтому так я поверил ему на вдох. Он даже мне что-то показал. Как пить ноту на вдох. И вопрос тогда. Вот то, что ты сейчас нам показал, это задокументировано на бумаге. Is it documented somewhere as teaching material?
То есть есть ли способ изобразить, скажем, в табах, потому что такие вещи обычно табами называют, вупинг? Я видел какой-то таб старый, там просто W буковка была нарисована. W showed whooping. У нас нет. Есть. Как это называется? Я тебе показываю. Articulation? Нет. Это вокал. Вокал? У нас нет вокал. Санитари очень часто использовал whooping практически во всех своих произведениях. Интересно, как это, как это записывается. То есть ты говоришь, что есть какой-то специальный символ для этого, кто-то использует. Whooping? Ну, есть значок W. Значит, whooping. Он там поет, поет в ноту, да? На выдох. Нет, не обязательно в ноту. А он же поет разные ноты. Sometimes he uses different notes. Да, наверное, правильнее было бы в табах обозначать ноту, которую он поет. Потому что он бы... Этого никто не обозначает, это снимают только на слух, да? Разные ноты. Я об этом сейчас и говорю, да. Я это пытаюсь понять. Я таких табов с нотами вупинга я не видел, честно говоря, ни разу в жизни. Это можно записать элементарно. Ноты... Но ноты играемые, ноты, которые поются с примечаниями снизу. Да, как-то так. Ноты, исполняемые голосом, все. Линию вокальную. Или вообще отдельные строчки. Никто этого не делает. То есть снимают на слух. Можно просто. Ну там 2-3 ноты. Смысл записывать это. Ну это просто. There's no sense in writing it down. Слав, я хочу уточнить один нюанс. То есть это вот то, что ты играешь, это некая имитация стиля или это полностью снятое произведение? Практически один в один снятое. Ну, фрагменты из разных произведений. Но вот сейчас то, что я играл, это основная часть из произведения Calling My Mama. Calling My Mama by Sanitary. Ты сам такие сочиняешь в этой стилистике? Нет, сочинять конкретно песню нет, никогда не сочинял. Но вот этот способ игры, он интересен мне, вот когда я играю, допустим, какой-то акустический блюз или кантри, или какой-то такой, то можно использовать в обычном блюзе вот эти фишечки запросто. Не, ну тут, в принципе, вся эта музыка — это набор фишечек. Вот очень прикольных фишечек их. Она фактически перкуссия, вот это санитари ритм, но фактически как перкуссия. Кстати, замечу, вроде бы это все... Это... Что-то сродни с поездом. Да, это блюз, но... Это не триольная пульсация, нигде. Это ровная пульсация. Да, она более на сильную долю. Более поздних блюзов. Ровная пульсация с акцентами на первую третью. Не офбит, который потом пришел в блюз. It's not offbeat, it's a trial pulsation with the first and the third beat accented. It's even pulsation, it's not of beat, it's... Это очень интересно, на самом деле, откуда такая... Почему такая пульсация возникла, при том, что негритянская пульсация вообще является черной. Является как раз на слабую долю. Да, это было удивительно. А у него именно на сильную он играет, в санитаре. Хотя... Документальный фильм я смотрел 10 лет назад, где Белла Флек. Okay, I watched this documentary a few years ago, and Bela Fleck, the guy, leader of the Flecktones band, went to West Africa to investigate. No, basically, most of the slaves in the United States came from West Africa. So what he wanted to do, he wanted to find out the link between modern blues music and what the original one, basically. And his finding was that the rhythmic patterns or rhythms in West Africa is very similar to what used in blues in now. So effectively, it's no brainer. Came from there. Yeah.
Что еще сыграю вам? Санитария. Поезд есть. У него поезд совсем не такой, как принято было вот раньше. У него идет такие октавы на выдох. Если бы рядом с именем стояли годы, когда была наибольшая активность. Ничего не скажу про Саниба Уильямсона. Там у него стиль игры есть пару весей, которые похожи чем-то на это. А дальше у него уже идет такой серьезный Чикаго Блюз. А какой Саниба? Второй? Нет, это первый. Первый, да? Uh-huh. Ну, второй, соответственно, он вообще не играл в стиле в таком. Which is, by the way, John Lee Williams. Ну, то есть, еще одна вещь Ноэ Льюиса мне очень нравится. Тоже характеризует вот композиции тех времен. By the same. Наверное, больше не буду играть, вы если что-то хотите спросить, могу показать, прокомментировать. Что не бой, не покажу. Нет. Матката покажу. И интересно, наверное, какая-то, поскольку ты нам показал фактически эволюцию. Да, интересно было бы, чтобы ты сделал такой какой-то outline в конце и каким-то образом отметил, каково было развитие там, у тебя, по порядку, не по порядку, ну, в том порядке, в котором они появлялись. С чего начали, к чему пришли, и я так понял, что это где-то закончилось, как дальше не развивалось. Смотри, я думаю, это вот все закончилось на самом деле. Но он играет ведь уже не такие вещи, как играл The Four Daily там, в одном аккорде, там какие-то обыгрывания. Санитари уже играет там полноценный блюз фактически. Но с использованием всего этого багажа. Вы
это уже пошло. Кстати, первая триольная пульсация за сегодняшний день. Соответственно, два вопроса. Почему то, что игралось до этого, называется блюзом? All that you played was called blues. Есть, кстати, бывает. А Моджи Уокинг тот же самый. Чикагский блюз прямой пульсации. Но он на вбите весь построен. На вбите, да. А этот построен вот. Я первый раз пытался на слух снять санитари риф, вот этот ритмический, где идет на сильную доль. Я много раз послушал. И потом сыграл совершенно по-другому. Мне казалось, что-то я сыграл. А потом, когда сопоставил, оказалось, что я играл совершенно другие вещи. Но оно выглядело по-другому. То есть я снял по-другому на слух, и получилось у меня не на сильную долю, а на слабую. В отличие от санитари. Хорошо уметь, конечно, подчеркивать ритмы и так всяко в разных композициях владеть перкуссией. Понятно, что это хорошо. Интересно, на самом деле, когда этот переход произошел. И когда произошел переход на оффбит, когда произошел переход на триольную пульсацию. И почему вроде бы афроамериканцы при всем при этом, они используют прямые пульсации? Да, вначале их полным-полно. Американцы используют все, что угодно. Ну да. Там такая полиритмия. Борис, я правильно понимаю, что то, что было до сих пор с одним видом пульсации, это было эволюционное развитие, а когда появилось триольное, то это революционное? Я не знаю, может быть, я не очень глубоко лез в историю блюза, как-то вот не обратил. Мне просто сказал, сейчас резко все поменялось. Да? Вот сейчас резко, первый раз. Да. But there was some sort of revolution, and then the revolution began because the pulsation changed and the song began to be played. Я не знал, что это происходит. Сам думать, что нас слышно. Тут многие из этих ребят не использовали бенды совсем. Соответственно, никто из них не играл то же самое на тремоло гармониках. И не слышал ты нигде. Среди вот этих вот записей попадались пару вещей на тремоло гармошках. Ну, они для меня совершенно неинтересно прозвучались как-то. Но было. Пару вещей попадались. То есть, фактически, в первой позиции можно играть без бендов, всевозможные народную музыку, всевозможные. То есть фактически они вот играли просто сначала только в первой позиции, мне кажется, а потом на вторую как-то резко перешли. Если брать Европу, то там тремоло гармоника была гораздо более популярной, чем... Да, этого. Да, у них нет. Вот. А у негров? У них нет, слава Богу. Я думаю, что она была дешевле. А, из-за этого? Синтик у вас чипы. Не мало? Зон тремоло. Кремом. Очень интересно. На самом деле очень интересно. Сам ковыряться не полетишь, потому что вроде как это. Еще вот интересная штука, которую я заметил, Женя, это то, что вот поезд, да, мы играли поезд. То есть биение не прекращается. The beating doesn't stop. Ты, кстати, сейчас думаешь меня. А?
Сейчас долю сменю. Да, может быть. А вот ты начал топать на слабую. Я просто долго гудел, чтобы было наглядно, и забыл как это. И потом в дальнейшем исполнении сольным блюзом, да фактически вот шафл. Идет аккомпанемент, который никогда не сбивает. Не любишь? Я года полтора вообще не признавал бы языком и не играл. Никогда, ни при каких обстоятельствах. So, вы Хафани Фелис купил? Вопрос был непонятный. Гармошку? У нас есть какой-нибудь Фелиска здесь, который переубедит? Да? Нет. Ты не используешь? Первые 5 лет я играл исключительно блокировку. Тебя в другую сторону прогресс. Да, а теперь я играю преимущественно блокировкой дубами. То есть, может, я могу миновать этот ужасный этап? In shorter time than those that use lead person from the beginning, because you naturally get more of the harmonica inside your mouth. So you have to place your tongue somewhere, and you place it on the harmonica, and you learn to get better tone because of this. Because when the harmonica is far from your mouth and you begin to reach for it with the mouth, you get that thin nasally tone that you have to avoid. Yeah, I think it's better described that when you play tongue blocked, so your tongue is between your You get a more relaxed jaw. Я всегда показываю ученикам, что насколько должен быть открыт рот по игре. I will show how far you should open your mouth during playing. And even wider. Exactly. Кстати, играешь на ней с блокировкой. Maybe forget one important thing. Harmonica is meant to play with tongue locks. That's where it started. It started in 1886 or so for German folk music. And they only play tongue lock. Yes. That's what it's meant for. Yeah. But we stepped away from what this instrument was meant for. And we went into this blues, overblown jazz style. That's what the music was meant for. Go back to basics. Basically, play the rhythm, play the chords, or suggest the chord, and you play melodies. You have three things in one harmonica. That's what it's good for. That's what the tuning is good for. But yeah, you pick the elements, and then you create a song, so it's not about being offbeat, onbeat, syncopated. You create a certain sound song that you can do on a harmonica. And these people didn't think about playing onbeat, offbeat or whatever. They just created a song, a whole song by itself. And they used this harmonica to create this world. That's called it. The character of the Western Europe music is mostly on the beat. And the African music and blues is after the beat. It's like syncopation.